Уснули телята, уснули цыплята, не слышно веселых скворчат из гнезда. Один только мальчик по имени Ванька, по прозвищу Встанька, не спит никогда. У Ваньки, у Встаньки, несчастной няньки, начнут они Ваньку укладывать спать. А Ванька не хочет, приляжет и вскочит, уляжется снова и встанет опять. Укроют его одеялом на вате, во сне одеяло отбросит он прочь, и снова, как прежде, стоит на кровати ребенок всю ночь. Лечил его доктор из детской больницы. Больному сказал он такие слова: «Тебе, дорогой, потому не лежится, что слишком легка у тебя голова».